На YouTube запрещены спам, мошенничество и прочие виды обмана пользователей. Также недопустим контент, добавленный с целью заставить пользователей перейти на другой сайт. Если вы обнаружите видео, нарушающее наши правила, сообщите нам о нем. Вы также можете отправить жалобу сразу на несколько роликов, либо пожаловаться на комментарий или аккаунт. Все инструкции приведены в этой статье. Ссылка в описании. В интернете существует множество мошенников, которые обманывают людей, зарабатывая деньги на доверчивых людях. Они обещают людям горы прибыли, этим заманивая в ловушку финансовой пирамиды. Законодательство YouTube запрещает подобного рода деятельности и призывает всех пользователей YouTube сообщать администрацию о таких каналах. Так как администрация YouTube не успевает прослеживать каждый видеоролик, загружаемый в сеть, ответственность за существование подобных мошеннических каналов на YouTube лежит на нас, обычных пользователях. Если мы видим подобный канал, занимающийся обманом людей, и не подаем жалобу на него, этим мы одобряем их род деятельности. В наших силах это остановить на просторах YouTube, всего лишь не пожалеть пару минут своего времени и сообщить администрацию о мошенничестве. Мой канал призывает всех неравнодушных, а особенно добросовестных христиан к действию. Подавайте жалобы, если находите подобные каналы. В данном видеоролике наглядно объясняется и показывается, как это правильно сделать. Так как множество людей сейчас пользуются телефонами, будет показано, как подать жалобу с телефона. Подобно тому, как вы увидите, как осуществляется жалоба с телефона, также можно будет сделать из домашнего компьютера. Для того, чтобы подать жалобу, обязательно нужно зайти в YouTube из поисковика Google, чтобы открыть оформление страницы, как на домашнем компьютере. Вводим английскими буквами youtube.com. Если у кого-то открывается мобильная версия, то нужно нажать на три точки справа в углу экрана, возле знака лупы, и нажать «Полная версия». Лично у меня открывается сразу мобильная программа YouTube. Я ее не закрываю, а просто возвращаюсь назад на YouTube в Google и обновляю страницу, проведя по экрану пальцем вниз. Теперь вводим название канала в строку поиска. Вводим Анатолий Норов. На данном канале полным ходом развивается компания финансовой пирамиды под названием Impetra Plus. Кто не слышал о данной компании и о ее деятельности, я оставлю ссылку в комментариях на видео «Мошенники среди христиан». Там приведена практически вся информация о данной компании и о ее создателях. На сегодняшний день этот канал еще функционирует, и лишь жалоба пользователей может остановить мошенников. Итак, заходим на канал и нажимаем на раздел «О канале». Дальше находим флажок справа и нажимаем на него. Выбираем «Пожаловаться на пользователя». Дальше выбираем причину жалобы – спам и мошенничество. И снова нажимаем «Мошенничество». Потом появляется строка, в которой находится адрес страницы канала. Нужно нажать «Далее». Если у вас по какой-то причине нет адреса канала, на который вы хотите подать жалобу, то нужно скопировать адрес страницы и вставить в ту строку и нажать «Далее». Потом нужно выбрать от 1 до 5 видеороликов, в которых наблюдается нарушение и производится мошенничество. Чтобы выбрать видео, нужно поставить под ним галочку «Сообщить о нарушении». Потом спускаемся в самый низ и находим окошко «Дополнительные примечания». Здесь мы можем написать что-нибудь от себя. Например, сделать краткое описание или указать дополнительную причину жалобы. Если вы захотите подать жалобу на этот канал и вам сложно составить текст, то я сохранил пример этого текста, что вы видите, в описании под этим видео. Далее нажимаем «Я не робот» и кнопочку «Отправить». Ваша жалоба отправлена. Повторяю еще раз, что с домашнего компьютера жалоба подается абсолютно так же, только намного легче и проще, поэтому если у вас есть компьютер, проводите операцию на нем. Если по каким-то причинам у вас возникли сложности и что-то не получается, задавайте вопросы в комментариях, либо добавляйтесь ко мне в друзья в Фейсбуке и в мою группу.
Все ссылки будут в описании. После выхода видеоролика «Мошенники среди христиан» на канал начали поступать угрозы. Вот этот комментарий пришел совершенно с другого канала. Таким образом, злоумышленник сдал еще один свой канал, на котором проводится мошенничество. Вскоре он понял это и удалил этот комментарий, что подтверждает то, что владелец боится, что его раскроют. Данный комментарий пришел на следующий день после того, как я заблокировал вот этого пользователя за большую и извращенную фантазию в свой адрес. Мне показалось, или он сообщник данных мошенников, либо от лица этого человека сидит другая личность. Все может быть, но комментарий в Фейсбуке и в Ютубе продвигает одну и ту же мысль, и это факт. Пока что известны вот эти три канала, которые продвигают идею финансовой пирамиды. Желательно подавать жалобы на все три канала, чтобы YouTube полностью закрыл ихнюю деятельность. Ссылки на их каналы также будут в описании под этим видео. Мне угрожали, что Impetro Plus – это великая и страшная компания. И обещали полить грязью весь мой канал. Обещали закидать дизлайками и негативными комментариями. У меня вопрос. Неужели великая компания, состоящая из миллионеров, была способна только на 9 дизлайков и на 2 отрицательных комментария? И напоследок. Эти люди совершенно неосторожны. Один из тех, кто писал на канал вот этот негативный комментарий, находится под таким же именем в Фейсбуке. И после тщательного расследования обнаружилось видео, в котором присутствует данная личность, которая распечатывает слиток титана примерно за 3000 евро, который стоит не больше 3000 рублей за 1 килограмм. В этом видео вы увидите, из каких деловых инвесторов и бизнесменов состоит эта компания. Вот, наконец-то мы получили сегодня спустя свой подарок. Для этой цели, для того, чтобы сегодня... посмотреть, мы сняли сегодня квартиру посуточно и собрались несколько партнеров. В том числе приехал Ханат Беркенов с Алматы. Вы все его знаете. Перчатки. Здорово как. Исторический момент. Мы этого так ждали. Приятная тяжесть. Посмотрите, наконец-то, наш долгожданный космик. Ну, ради этого случая я приехал из Алматы в наш стольный город Астана, казахстанская. Ну, сегодня свершился самый главный день. То, что мы давно ждали. Ждали столько времени и наконец-то вот дождались. Сегодня радостный день. Но я считаю, что это начало триумфа. Триумфа у нас еще будет много. Это начало только... Если два слитка, у нас их будет очень много, кратно много. Поэтому всех поздравляю с великим праздником начала нашего триумфа. Ура! Всех поздравляю с великим праздником начала нашего триумфа. Ура! Ура! Ура!